Алоха, друзья! Сегодня вы увидите новые и актуальные товары для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Эндоскоп-бароскоп с экраном. Незаменимое приспособление для диагностики двигателя. Если есть необходимость оценить степень износа цилиндропоршневой группы, посмотреть, не закоксована ли камера сгорания, то эта штуковина вас выручит. Засуньте этот двухметровый кабель с камерой и светодиодами на конце прямо в свечной колодец, и вы увидите состояние мотора на цветном ЖК-экране 2,7 дюйма. Камера имеет хорошую резкость, поэтому выдает четкое изображение даже находясь в 3 сантиметрах от объекта. Есть запись видео и фото. Универсальный адаптер может использоваться для беспроводного соединения с любыми устройствами, обладающими AUX-выходом. Вы можете подключить данное устройство в свою магнитолу, домашний музыкальный центр и так далее, и передавать музыку со своего смартфона. Устойчивое соединение поддерживается на расстоянии до 10 метров. С таким гаджетом слушать музыку будет намного комфортней. Благодаря встроенному микрофону устройство можно использовать для разговоров по громкой связи в автомобиле. Муляж сигнализации создаст для всех окружающих полную иллюзию установленной в вашем автомобиле полноценной сигнализации. Муляж устанавливается на панели автомобиля в удобном вам месте. Источник света – светодиодные лампочки, красные и синие. Источник питания – солнечные батареи, заряжающиеся в течение дня. Для крепления устройства используется самоклеющаяся лента. Активация светодиодов осуществляется встроенным датчиком вибрации, срабатывающим при прикосновении к вашему автомобилю. Наличие зарядного устройства для аккумулятора – гарантия запуска автомобиля или иного транспортного средства, независимо от погодных условий и состояния АКБ. Дисплей позволяет оценить состояние заряда в текущий момент времени, а после заряда батареи оборудование самостоятельно отключается. Предусмотрена возможность регулировки силы подаваемого на АКБ тока. Прибор защищен от перегрева и перепадов напряжения. Материал корпуса – нержавеющая сталь. Junsan A900P – автомобильный видеорегистратор в зеркале. Это крайне важное устройство, необходимо приобрести как можно быстрее, чтобы обезопасить себя на дороге. Junsan A900P – это отличный видеорегистратор с качеством 1080p, 4G интернетом, Wi-Fi и GPS. И все это функционирует на системе Android 5.0 с 10-дюймовым сенсорным экраном. Также видеорегистратор имеет Bluetooth, по которому к нему можно подключить телефон или другое устройство. Благодаря Android на борту можно пользоваться навигацией прямо в зеркале, а также ставить другие различные приложения. В комплект поставки входит камера заднего вида, что будет только плюсом при парковке. Шаровые опоры рассчитаны на постоянные нагрузки, изготавливаются из прочных материалов, поэтому их ремонт и съем может проводиться только специальным инструментом. Универсальные съемники производятся из прочной углеродистой стали, могут использоваться на большинстве марок авто для разделения опорной рукояти шпинделя и шарового шарнира, а также для съема наконечников рулевых тяг и ряда иных узлов. Комплект поставки включает два изделия. Автомобилисты, туристы, дачники и любители пикников по достоинству оценят компактное складное ведро, которое займет минимум места в багажнике либо туристическом рюкзаке. Емкость ведра 10 литров. Обратите внимание, не предназначено для хранения и перемещения горящих жидкостей. Пленка «Хамелеон» для автомобиля позволит вашему авто получить новый вид. Оклейка элементов салона пленка – это стильное решение, придающее индивидуальность вашему автомобилю. Кроме того, стайлинг салона пленкой позволяет быстро и недорого скрыть всевозможные дефекты, потертости, царапины и так далее, которые всегда появляются в процессе эксплуатации автомобиля.
Использование компрессора максимально облегчает накачку шин, а беспроводной компрессор избавляет от привязки к источникам питания. Компактная модель весом всего в 1 кг заряжается от гнезда прикуривателя. Длина шланга для накачки шин 50 см. Для зарядки используется кабель длиной 3 метра. Модель оборудована цифровым дисплеем, отражающим давление в шине. При достижении указанного давления компрессор автоматически отключается. Насос для консистентной смазки с пистолетной ручкой позволяет проводить смазывание закрытых узлов, подвергающихся повышенным нагрузкам. Впрочем, они могут использоваться для самых разных работ. Для лучшего сцепления с ручкой, ручки инструмента имеют резиновое покрытие. Комплект поставки включает насос для смазки, соединительную муфту, дополнительную металлическую прямую трубку и гибкий шланг для работы в местах, доступ к которым затруднен. Цифровой алкотестер поможет вам провести самодиагностику и определить возможность совершить поездку. Питание, батарейки формата 2А. Информация о диагностике выводится на монохромный ЖК-дисплей. При превышении уровня алкоголя – звуковое предупреждение. Работает в диапазоне температур от минус 10 до плюс 50 градусов по Цельсию. Комплект поставки – цифровой алкотестер и 5 сменных мундштуков. Очень полезным аксессуаром, особенно для автомехаников-сварщиков, станет магнитный уголок для сварки. Угольники для сварки надежно удерживают материал и помогают точно и быстро выполнить сварочные работы. Сварочный уголок в зависимости от выбранной вами модели выдерживает вес от 11 кг для легких конструкций и до 34 кг для сварки тяжелых деталей. Те, кто любит свое авто и беспокоится о его сохранности даже в мелочах, оценят защитные накладки из прочного силикона. Они защищают кромки дверей от сколов, царапин и коррозии, придают завершенный эстетичный вид и позволяют безопасно открывать двери даже в тесных пространствах или при высоких бордюрах. В комплект поставки входят две защитные накладки. Часто бывает, что в хозяйстве необходимо немного бензина или солярки, но не хочется тащиться с канистрой на бензоколонку ради пары капель. С этим насосом можно легко извлечь бензин из топливного бака автомобиля, не прибегая к дедовским методам, которые могут быть опасны для здоровья. Конструкция устройства крайне проста и состоит из груши, которую вы должны нажимать, и двух 120-сантиметровых отрезков силиконового шланга. Но далеко не с каждого автомобиля можно слить топливо таким способом. Противоугонные секретки на колеса обеспечат безопасную парковку вашего авто за пределами охраняемых автостоянок. Кованые изделия имеют тройное покрытие хромом, защищающим их от коррозии. Предлагаются размеры М12 на 1,5 или М12 на 1,25. Укажите необходимый вам при заказе. Комплект поставки включает 4 противоугонных болта, 2 адаптера и 4 пластиковые заглушки на болты. Неплохая качественная эко-кожа для обшивки салона автомобиля. На выбор предоставляется 20 различных цветов и оттенков, из которых вы легко выберете нужный вам. Толщина материала 1,2 мм. Все материалы отделываются вручную. В одном заказе отрезок 100 на 135 см. Колесные гайки с шипами придадут вашему автомобилю оригинальный вид, не влияя на эксплуатационные характеристики. Изделия предлагаются в широкой цветовой гамме – зеленые, синие, красные, черные, золотые, серебристые и так далее. Вес каждой гайки с наконечником 40 грамм, общая длина 80 мм. Каждое изделие состоит из гайки, уплотнительного кольца, съемного наконечника. Комплект поставки включает 20 гаек с шипами. Обратите внимание, при установке использовать только гаечный ключ. При заказе указывайте желаемый цвет.
Неприятный запах в салоне машины может возникнуть по разным причинам. От курения в авто до хранения ее во влажном гараже. Портативный ионизатор поможет устранить любые запахи в течение нескольких минут, насытив салон озоном в безопасном для человека количестве. Работает прибор от бортовой сети, удаляет из воздуха не только запах, но и бактерии, вредные частицы, аллергены, положительно влияя на здоровье человека. Освещенность дороги – один из основных факторов безопасности поездок, особенно если они происходят по бездорожью. Предлагаемые противотуманные фары предназначены для установки на внедорожники различных моделей. Подключаются к бортовой сети 12 вольт, мощность 55 ватт. Плафон закрыт пластиковой защитной решеткой. Есть возможность выбора света галогенной лампы – белый, желтый, синий. Комплект поставки – 2 противотуманные фары в сборе. Виниловая пленка под шлифованный алюминий может наклеиваться на любой элемент кузова вашего авто для придания ему оригинального вида. Перед наклеиванием необходимо немного прогреть пленку феном, уложить на очищенную поверхность и разгладить ее резиновым скребком либо банковской картой. После наклейки пленки не рекомендуется машину мыть и оставлять под прямыми солнечными лучами в течение 48 часов. В комплект поставки входит виниловая пленка размером 152 на 50 сантиметров. Лампа светодиодная от производителя Race Star прекрасно дополнит полезную функциональность вашего автомобиля. Светодиодные лампы для фонарей заднего хода, поворотников, а также стоп-сигналов обеспечивают мощный свет, гарантируя улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышая безопасность за счет того, что вы более заметны на дороге для других автомобилистов. Штекеры для подключения галогенных ламп в фары автомобиля. Предлагаются разъемы для подключения таких лампочек: H1, H3, H4, H7, H8 и H11. Кроме этих широко распространенных форматов, в наличии также T10 и T20. Каждый штекер имеет проводку с приличным сечением, чтобы подключение было максимально легким. Сам штекер внутри изготовлен из керамики, а снаружи покрыт пластиковой оболочкой. Специальные подставки для щеток стеклоочистителей помогают исключить риски примерзания их к стеклу при отрицательных температурах в зимний период. Предусмотрена возможность регулировки расстояния между стеклом и дворником. Во время работы стеклоочистителей подставка автоматически обеспечивает их прилегание к стеклу. Комплект подставки включает 2 изделия. Обратный молоток для вытягивания вмятин на машине. Очень сложно избежать различных вмятин на кузове, будь то град или повреждения в результате небольших ДТП. К счастью, не слишком критичные вмятины можно исправить и самостоятельно. Обратный молоток захватывает специальный грибок, который клеится в центр повреждения, и резкими ударами вытягивает металл на свое место. Продавец поставляет в комплекте 29 различных грибков. Большой выбор очень крутых тюнинг-фар для Нивы. Действительно, есть из чего выбрать. Вся оптика светодиодная, благодаря универсальному 7-дюймовому размеру, подходит не только на Ниву, но и другие отечественные автомобили и мотоциклы, а также целый ряд американской и японской транспортной техники. В комплекте все крепления и разъемы. Колпачки на ниппеля. Согласитесь, вид автомобиля сильно портится, когда резина вымыта и начернена, литые диски сияют и переливаются на солнце, и в этой картине неуместно виднеются некрасивые пластиковые колпачки на колесных ниппелях. Преобразите автомобиль, подобрав стильные колпачки на ниппеля к своим дискам. Огромный выбор цветов и форм подойдут на любой автомобиль. На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на AliExpress до $10 или 600 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 400 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем покеда!